И вот в день крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя и призвать всех нас, братья и сестры, сказать, кому было дано креститься во имя Христа. Вспомните, что вы стали теперь носителями этого святого и божественного имени, что по вас будут судить Бога, Спасителя нашего, Спасителя всех, что если ваша жизнь, моя жизнь, будет достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, а если будет недостойна, пропадут. Без веры, без надежды, без радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешный, погрузился в эти страшные иорданские воды, которые как бы отжалели, омывая грех человеческий, образно стали как бы мертвыми водами. Он в них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы нас сделать способными жить достойно человеческого нашего достоинства, достойно самого Бога, который нас призвал быть родными Ему, детьми Его, быть Ему родными и своими. И поэтому Бог Отец во время крещения Иисуса Христа на реке Иордан говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». Бог Отец указывает на Своего Единородного Сына: «Вы Его послушайте». А мы слушаем Его Слово через Евангелие, которое является книгою жизни вечной. И живя по этим стихам, по учению Евангелия, Евангелия книги жизни, мы имеем надежду жизни жить вечно, спасти души своя. Смысл человеческой жизни – это спасти свою душу и жить вечно, общаясь в Царстве Небесном. Братья и сестры, отозвемся же на это дело Божье, на этот Божий призыв. Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство человеческое, как православных христиан, как велика наша ответственность. И вступим теперь уже, вступивший уже в начавшийся новый 2014 год. Вступим так, чтобы быть славой Божьей и спасением каждого человека, который прикоснется нашей жизни и, видя нашу жизнь, возблагодарит Богу и душу свою спасет. Аминь. Братья и сестры, сейчас мы пойдем крестным ходом. Устраивается крестный ход шествием торжественным, праздничным. Пойдем мы на нашу реку Иордан, на реку Нарев, который выплывает из республики Беларусь, которая одна из 7 километров отсюда. Будем освящать воду. Быть в Одессе, освящение дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на всякую пользу израдную Господу помолимся. Господи, помилуй! И ныне наитим святого Твоего Духа, освяти воду сию. Во Иордан!
не крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение роди. Христе Боже, и мир просвещший слава Тебе. Вода, святая вода, самая жизнь, святость, тепло, солнышко греет, и во славу Божью, может, станем немножко лучше по такой купели. Каждый год купаетесь на крещение? Ну, уже второй год, понравилось, здоровье дает. Так что для православных это чудо.